мне сегодня приснился интересный день, потому что я не сижу дома. Мы сегодня иду в музей Гаджет, потому что там продается квартира и продукты, которая очень нравится моей маме. Она попросила мне подарить ей на Новый год. Но для начала мне нужно оценить, какая она прикольная картина в оригинале. Ну, в смысле, вживую. Поэтому в мороз 13 градусов я сегодня вышла из дома. Сегодня очень солнечно. Это очень-очень радует, потому что вся неделя такая. Это очень нетипично для зимы в Петербурге. Вот, кстати, музей Федерации пришла уже. Что когда мы были в музее, ей казалось, что вот эта часть картины, она светится, вот. Поэтому она и так приглянулась. Она, в общем, на холсте такая. То есть это не просто постер напечатанный. Картину я купила. Короче, не знаю, как переслать маме картину в Екатеринбург, потому что у меня мама в Екатеринбурге, а я купила в Екатеринбурге. Предположительно, я отправлю это в посылки. Сначала думала, типа, еще рамку поискать. Но сейчас думаю, что мама, скорее всего, сама знает, какую рамку она для картины захочет. Но, возможно, я спрошу и поищу что-то, что понравится маме. Вообще, можно просто спросить, какую рамку ты хочешь, и найти. И уже отправить в посылки готовую картину. Я надеюсь, что маме понравится картина, потому что это все-таки репродукции. Прям таких же ощущений, как оригинальная картина, она не будет вызывать, но все равно. Вот туда, мне кажется, эта дорога идет вниз, потом наверх. Туда вообще не стоит идти, потому что ты там сразу улетишь в речку, не помню. Из-за того, что за 3 года жизни в Петербурге я поняла, что на уборку снега, льда и вообще вот этого всего в центре города можно не надеяться зимой. Жизнь в Петербурге научила меня постоянно смотреть наверх, чтобы на тебя, на меня, то есть... Не упала сосулька. Рукам очень холодно, я не могу. Как же Петербургу идет солнце. Кстати, я не сказала, куда иду. Иду в кофейню, просто пойду в сёрф. Недалеко я там открылся, новый, рядом с этим садом. Я буду там работать, потому что работы у меня достаточно много, но дома сидеть я очень устала, потому что ноябрь весь я болела, и особо не гуляла, из дома почти не выходила, как рассказывать. И сейчас, в декабре, я пытаюсь наверстать упущенное. Иду. Буду пить капучино из моего лица. Первый раз я такое выступление устроила. Показала вот статив на Озоне. Сегодня первый раз сделала на него фотографию. Я выбрала довольно безлюдное место, потому что я стесняюсь. У меня есть вот такой кликер, который помогал мне делать фотографии. Не сказать, что я довольна результатом, но тут дело не в фотографиях, а, знаете, видно, что я немного зажата. Нужно с этим будет что-то сделать. Короче, мне стало холодно, я, пожалуй, сейчас в кофейню зайду, потому что минус 13, это, ну, это не шутка. Сегодня еще красное дело, какой-то рилс. Там девушка рассказывала, что она живет в северном городе, и что, чтобы не замерзнуть от морозов, нужно, чтобы было одежды много слоев. Я сейчас прочувствовала это. Я поняла, что, несмотря на то, что у меня довольно теплый пуховик, но сейчас немного морозно, просто забывает, что надо как-то пододеться будет. Потому что поболело, не надо еще раз. Впереди у нас настоящая зимняя сказка. Очень красиво. Очень холодно. Папа, кофейня. Очень надеюсь, что здесь места не очень холодно. Я в этом серфе была пару раз летом, когда они открылись. Вот, но тут мало народу, хороший стол. Наверняка есть Wi-Fi. Все благополучно здесь поработаю. Так демонстрирую стандартную виду серфа. Это бутерброд такой. О, господи, какая красная рука. Томлёными овощами и сыром. Ништяковый. Сейчас сел комбик и едем домой. Я выбираю маршрут в соответствии с шириной дороги, чтобы я могла отбежать от падающих сосулек, чтобы людей было меньше, и чтобы я могла идти не по своей стороне дороги. Вообще я рада, что я шу домой,
потому что... Потому что в Кавказе рядом со мной за один стол сел компания девчонок, и они уже громко разговаривали. Сейчас на один меня поднадоели. Конечно же, я ничего не сказала, потому что это, как всегда, общественное место. Холодно тут. Какая я красная, какой капец. Просто это даже не румяная, это какая-то просто замороженная. Не могу, они такие красивые. Вообще, я отпад всего. Я дома, и мне потребовалось энное количество минут, чтобы отогреться. У меня распухли от мороза руки, замерз и был красным подбородок, что вообще не свойственно мне. Я обычно не так мерзну. Короче, погода, конечно, очень зимняя уже, но ничего. Я рада, что не поздно вернулась. Сейчас, короче, хочу чего-нибудь испечь, поэтому посижу в сохраненках. Посмотрю, какие рецептики я там сохраняла. И закажу, наверное, доставку, потому что в магазин, ну, я сегодня больше никуда не планирую ходить. И пока жду этого всего, продолжу работать, потому что дела еще есть, и нужно как бы держаться в срок. С вазой, конечно, надо что-то придумать, потому что, ну, как-то не очень. Итак, вечер наступил, и я выбрала рецепт. Мы будем готовить лимонные кексы с черникой. Я сейчас монтировала довольно долго рилс, потому что я там хотела протестировать одну идею, а, знаете, не удалось, но вторая еще что-то тоже какая-то корявая была. Пришел заказ из Вкусвилла. Заказала такие одноразовые формочки. Вообще я напишу ингредиенты где-то сбоку, но на самом деле я кладу их на глаз. Непосредственно яйца и лимон. Очень много пакетов. Я писала, что по возможности мне добавляли пакеты. Но, видимо, у них не было возможности. Мне нравится, что я в какой-то момент жизни пришла к этой интуитивной готовке, когда ты смотрела на ингредиенты, примерно предполагаешь, что должно получиться опыт. Я знаю такой лайфхак, что чтобы выдавить сок из лимона, нужно так вот надавливая покатать. Правда, его уже помыть надо, я немного хотела цедры добавить в этот раз. Надеюсь, что я разрежу, сок прям вытечет. Когда я жила в Варе, мы шутили про такие рецепты, типа они хозяйки на скорую руку, быстро и без заморочек. Повтори, пожалуйста, для видео. Очень вкусный кекс. Спасибо.